Даже несмотря на мелкий осенний дождь, фестиваль «Серебряная лира» собрал немалое количество гостей. Поэтический праздник в поселке Красный Рог в усадьбе писателя Алексея Константиновича Толстого с каждым годом привлекает все больше зрителей. По традиции, программа мероприятий начинается с молебна у усыпальницы литератора и возложения к его могиле цветов. По окончанию службы происходит официальная церемония открытия праздника. В самой усадьбе проводятся экскурсии, концерты народной и классической музыки, театральные постановки, выставки, работают подворья. Особое внимание было приковано к главной сцене, где в этот раз выступал народный артист России, Украины и Республики Молдова Александр Морозов. А пока-пока-пока, камушка, по круглым река бежит. Еще одна традиционная часть сценария – поэтический митинг с участием гостей из Москвы, Орла, Смоленска, Украины и Республики Беларусь. Поэты должны нести свое слово людям, а не просто где-то там устраивать мероприятия закрытые. Должны именно рассказывать людям, читать свои стихи и нести прекрасное в массы. Новинкой программы этого года стал конкурс среди любительских театров «Зри в корень» на лучшую театрализованную композицию о Козьме Прудкове. Состязание силачей на приз графа Толстого и большое количество познавательных мероприятий, посвященных творчеству писателя. Его творчество дает возможность у человека вспомнить, что такое душа, более иначе посмотреть на мир. И посмотреть, что мы можем иногда остановиться в нашем бытие, да, и присоединиться к чему-то возвышенному, к культуре, к искусству. Я много слушал, что рассказывала мне моя жена. Пока что о русской культуре и творчестве Алексея Толстого я знаю немного. Но сегодня на празднике мне все очень нравится. Новшества в формате проведения и новинки сценарной части фестиваля происходят прежде всего благодаря возрастающему спросу на культурные ценности в самых широких массах. Уже сегодня многие ждут перемен в усадьбе Алексея Толстого. Историческую часть комплекса ожидает масштабная реконструкция и гуляния всероссийского масштаба. В 2017 году здесь состоится праздник в честь 200-летия великого писателя. Виталий Угримов, события, Почепский район.